я для вас купил 10 Hyundai Solaris. Это Lamborghini Urus за 30 миллионов рублей. Просто данная ситуация немножко меня задела, если честно. Когда я, допустим, делаю репосты на сбор, что нужно, допустим, собрать на медресе деньги, или, допустим, собрать нашему брату там, на лечение, или там на сестре, допустим, на материальные какие-то, да, материально какая-то помощь нужна, человек просто это игнорирует. Я когда делал репост, да, два человека только, буквально два человека, два-три человека сделали репост из моей аудитории, да. Все, остальные просто посмотрели и мимо прошли. А когда какой-то блогер раздает там машины, деньги, там Тамаева отмечают, Гусейнова отмечают, они по 4, по 5, по 10 сторис выкладывают к себе, просто гонятся за этой дуней со всеми руками, ногами туда утонят, можно так сказать. В чем заключается суть, в чем заключается истина? Благо вам будет записываться, вам гарантированно запишут благо за благое деяние, которое вы совершите в этой дуне. Вам не запишут благо за то, что выиграли машину у Тамаева или там миллионы, деньги выиграли, вам за это благо не запишется. Эта дуня очень быстро пройдет, быстро она пролетит, эта дуня, вы не успеете очнуться, а ахера будет вечно. Представь, в каком положении сейчас человек находится. Он бежит за этой дуней, пренебрегая ахера. Алиязубилля. Пусть Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля просто наставит таких людей, и следа должно быть таким мужчинам, которые оставляют в беде своих братьев и сестер. Я не знаю дальше, как всем это описать. Барак Аллах фик за то, что выслушал. Думаю, суть я смог донести до вас.